привет! Осень набирает обороты. Сентябрь запаковывает свой последний день. Сегодня 30 сентября. Сентябрь выдался прохладным. Хотя солнышко и пригревало днем, но ночи были холодные. Море подостыло, сегодня штормит. Я вот нашел такое живописное место, интересное. Граффити. Здесь не так сильно дует, можно раздеться и вещи твои не унесет. А ближе к водичке хорошо, ветерочек гуляет и волны сегодня хорошие. Думаю, купаться будет сегодня не скучно. Продолжаем нашу серию купаний. Пока еще не зима, не экстрим, но уже свежее, уже не летнее молоко, и просторнее, и людей намного меньше.
Да, море уже прохладное. И плюс холодный ветер дают знать. Тут вот за плитами ветер не так дует. Теплее, поспокойней. А там прям близко к зиме по ощущениям. Кожа вон в мурашках, а всего лишь месяц, как лето закончилось. Хорошо. Бодрячок полнейший. Все, сейчас разотремся, разомнемся. Все будет замечательно. Или прохладная вода делает свое дело. Но все, солнышко все равно подогревает. Поэтому уже мандражик проходит, мурашечки прячутся. А мы собираемся и едем домой.